Stealth suits ready and willing. Да, командир так не кисло тебя бьет. Дистанцию. Prosper as Tao shall. Надо следующим грядом будет рот поды поставить, ему вообще там будет. Yes, sir. Yes, sir. I have sworn to fight for the Tao. Stealth suits ready and willing. Prosper as Tao shall. Блин. Правда, пиздец, скорострельность, конечно, хорошая, но точность что-то, да, точность что-то как-то вышла из чата. Просто. Так, у меня есть идея по захвату сейчас. Некоторых точечек вот типа такой. Хотя отсюда можно будет прыгнуть этими. Так. They will never see us. Да, у них большой радиус, нормально. They will never see us. Прыгнуть, сломать точку, взять точку. Хотя... Stealth suits ready and willing. Блять, очень нет того, что я возьму, что мне это даст. Нихуя, поэтому план отменяется, потому что мы ее никак не застроим. Но если я не застрою, то мы толку эту точку там. Вообще, орков можно зарашить. Можно сразу пойти через центр, но... Проблема в том, то, что у них там не кисло такое тут укрепление туда придется. Пару скригов придут. Это больно будет. Так, ну, в принципе, все ок. Надо разваливать эту оборону. Мегатую там. Так, что я, значит, тогда сделал? Я тогда XV-109 сделал. Ну, посмотрите, что 107-й, представляете, и 95-й. Стелл. О! Это интересно. С инвизом. Надо будет вот это тоже делать. А, их не больше двух можно делать. Вот оно что, Михалыч. Так, ну все. Центр мы пробили. Просто думаю, не стоит затягивать с этими орками. Черт возьми, в прочих фастомах. Пробить уже до конца. Посмотрим. Ну, ХП, конечно, у меня поменьше. 109-й в этом плане самый живучий, скорее всего. Но при этом рейндж у него, да, достойный. Ну ладно, по поводу баланса я, может, ошибся. Может, все-таки стал здесь немного имбалансным. То есть, в плане того, что он, типа, имеет... Что думаете, я вас не уничтожу? Я вас не переиграю? Я вас переиграю, уничтожу, блядь. Все, как бы нет, блядь, этого сраного бомбера. Я ебать, он как развалился, просто моментально развалился под пометкой, блядь. Зерк. Конечно, не понял, какая ванили прям, насколько она много давала доп урона. Но как мы заметили, блядь, по файндеру очень много. Начинаю, да, помогать. Ладно, продвигаемся, техника чё. Минус орки. Ну, на Каурави 2 орки и десант они легко выносятся. Это вот Тало тут вызывают. Блять.
Я одну вещь сейчас не сделал. Делать сейвы перед тем, как, блядь, я закончу миссию, блядь. Я вот честно, я так и знал, что он сейчас вылетит. Блядь. Ой, ладно, блин, похеру, окей. Сейчас будем по новой перепроходить эту миссию, блядь, потому что у меня ближайший сейв был, когда я защищался. Ай, стоп, бля. Блядь, чё мы в Довик не сделали какой-нибудь автосейв, блядь? Блядь. Вот минус того, что ты играешь с модами. Игра крайне нестабильная, она может просто вылететь в любой момент. Заебись. Значит, 30 минут просто я в помойку отправил. А, я еще и вот на каком моменте. Охуеть, блядь, я в жопе. То есть она у меня... Есть банально недостроенная даже моя база, которую я там планировал устроить. Ёб твою мать. Ну ладно, блядь, это сделано побыстрее. Блядь, причем я же помню, что надо делать сейвы тут часто, потому что она, блядь, вылететь может. Нет, блядь, нахуй надо, блядь. Так сказать, потратим еще, блядь, час, блядь, на прохождение. Блядь, я сегодня планировал вынести, блядь, орков и десантов, чтобы это, хотя бы вот так, блядь, нашу планетку прикарманить себе. Ну, в общем, да, заебись. Хотя бы хорошо, что я в принципе делал сохранение. Сейчас... Начинали бы заново кампанию. Вот я был заебись. Четко было, блядь. Ну ладно, сейчас космальную потихоньку вот тоже быстро вынесу. Хотя, может быть, сейчас как сделаем даже, может наоборот сделаем. Орков вынесем чуть этот не сейчас. А, скажем, пойдем сначала на космаря. Бля, теперь орки нападают. Не, фак, ладно. Мне все равно надо минимум 3 миссии защитных выиграть. Что в Soulstorm-то стало сложнее, потому что, блядь. Сделали просто всратую систему, так сказать, перемещений. Окей. Тогда мы идем на них. Я просто, может, буду вне стрима проведу орков. Тогда что, они хер, может, прошли их как бы. Блядь. Да, блядь. А, как же я ненавижу, блядский, сука, пасфайнинг в этой ёбаной, блядь, игре. Ну, господи, ну я тебе дал, блядь, команду, блядь, съебаться отсюда, блядь, хуй ты, блядь. О, наконец-то он нахуй отъехал. Блядь, жопа горит, нахуй. А, хотя не, урон не получает. А, вихри. Да. Интересно придумано. Я еще никогда не видел, чтобы отряд терминаторов просто за секунду сдыхали. Будто, блядь, они их не было там. А. Блядь, нет, 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 нет. Стоп, стоп. Ставим это сюда. А, да. Я сразу сделал здесь сейв, как бы, если что, отыграть здесь пару минут. По крайней мере, мне надо понять, она крашит при каждой победе или же нет, или же это все-таки можно как типа обойти из разряда того, что типа вот. Блять, в этот проход они убьют еще. Ладно. Немножечко воинов потеряем. Там, а, нормально. Добивает.
Неплохо, так сразу, разум. Так, ну по потерям мы еще не потеряли ни одного, так сказать, отряда. Блять, что-то я не знаю, какие-то десантники что ли стали такими, блин, не знаю. Так, ну тут, я даже тут еще что-то сделал. Что-то хз, по ощущениям, будто в моде десант каким-то не очень стал. Ну, типа, у них отряды умирают мгновенно. Конечно, это может быть из-за того, что, типа, блять, мы ебать Тао, блять, и мы с нашими пушками всех, так сказать, ебем. Так, окей. Оно вылетело. Но у нас есть теперь сейф. О, вот. Окей. Попробуем по новой. Хочу сейчас хотя бы понять, это именно проблема мода, что оно вылетает, либо нет. Потому что если по факту оно будет, оно сейчас вылетит, то значит все. Либо, ну... Не, ну ладно, я знаю, как это как бы пройти. То есть просто будем... Просто оставим как бы всех оппонентов живых и все. Будем как бы нападать на них. Выносить как бы... Игра будет вылетать и все. Ну, под конец что-нибудь придумаем. Правда, блядь, сколько будет защитных миссий у меня, я просто представляю, блядь. Ну я прям, да. Пускаем. Смотрим. И она вылетает снова. Ну что хоть за ошибка? Fail to create dump file. Блять, надо будет как-то фиксить это. Да, не очень на самом деле. Главная проблема это, короче, из-за того, что, блин, очень старый движок игры, который не потребляет больше определенного количества памяти. Из-за этого типа память кончается, и он такой, оба, все, блять, дос видос. To make his reliance on stationary defensive structures as small as possible. Ну, вполне работать не стало. Ладно, смотрим, фиксанулось или нет. О, заебись. Можно, так сказать, наконец-то играть. Хе-хе. Все, Space Marines мы вынесли. Значит, она будет перевынести, так сказать, орков. Снова. Ну, на планете остались что, локацию только веспидов захватить. Дальше, я думаю, пойдем... в сторону первой Кууравы, потому что тут есть передовая база, самая имбовая, что есть.